Хей, йога, с вами Шимики, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls 2. Как вы помните, мы с вами открыли новое место. Называется Забытая крепость. Мы убили также в прошлой серии часового. Я не знаю, что нас ждет впереди, но я думаю, ничего хорошего, точно. Что-то у меня такое предчувствие, что если здесь колеса, тут будут колесники из первой части. А здесь будут те мужики с копьями. Да. Поэтому лучше быть осторожным. Сказал я и получил в лицо. Ну ладно. В принципе, стрел у меня много. Ага, отсюда можно еще спрыгнуть. Допустим. Там дохера собак. Ну а также могу здесь спуститься. Ой, бля, начинается. А? Ну, у меня щит хороший, поэтому мне все равно чё. Ага. Бэкстеп не получился. Но я понимаю, что... Идёшь нахер. Как я люблю вот этот... Он жесткий. Ну, как сказать, он не жесткий. Но снова же, я не понял, почему у меня не заблокировалась атака. Типа, какого черта? А, сейчас типа все нормально, он решил не упасть, да? Мог бы упасть, как и в тот раз. Да, нужно этого сразу убить. Как-то ты быстро перезаряжаться чел стал. Так, где мой там приятель? Он приходить собирается? А, слушайте, он не умер. А я почему-то думал, что он тогда умер. И он на меня нападать даже, да, не собирается, типа. Ну, этот, вы поняли. Вторгаться в мой мир не собирается больше.
Пожалуйста, давай быстрее. Да чё? Блин, а они сюда не забегут? По идее, не должны. Так, шлем королевского мечника. Такие шлемы носили королевские мечники. Благодаря своей форме они очень... Так, отлично защищают... Не... Сковывая движение. Никаких украшений этот шлем создается только для боя. Для войны с гигантами короля Вендрик. Дал свой самый храбрый бойцам самые лучшие доспехи. Но немногим это помогло выжить. А если что, они сюда еще и подняться смогут, да? Так, человеческая фигурка, отважный воин. А, это от меня или... Не, это не от меня такой звук. И где фантом? А она все равно сюда залезть не сможет, какая разница мне. Ладно, плевать. Опа, а это взорвать можно? Так, подожди, тебя же можно... Хотите сказать, что у меня была тогда человечность? Или что? Просто я сейчас смотрю, у меня как бы... Красный череп. Там можно взорвать проход. Дух на меня больше не нападает. И тут, кажется, я тоже уже был. Я могу, конечно, ошибаться, но я, кажется, между этими лазил. По верхушкам я не прыгал. Или мне очередной сон снился? Он костерчик. Мне кажется, он так близко, да? Осколок фляги с экстусом. И большой осколок где-то... Фляга с экстусом, найс.
я понял. Огненная бомба. Странные челики, максимально странные. Заперто. Но тут суицидники. Это я уже понял. А стену здесь не взорвать, по идее, да? Или же можно? По идее, можно не перепрыгнуть. Не получится так. Мне интересно, почему фантом ко мне не идет сюда. Знаете, что мы сейчас провернем? Главное, чтобы я сам не сдох. Сейчас попробуем. О, все, найс. Найс трай. Найс трай. Найс трай. Блин, ну если можно было бы запрыгнуть тут на этот камень сраный. Но он вниз упадет и сразу сдохнет. Даже если я на камень приземлюсь, по идее, должен погибнуть. Слишком большая высота. Давайте думать. Но сюда, мне кажется, если я зайду, я потом оттуда не выйду. Душа пропавшего мертвеца. Ага, и он ко мне летит. Окей. Сумеречная трава. Вещи. Зеленая трава. Обычно. О! Там кузница. Я вижу наковальню, сундук. Блин, вот сюда бы, чтобы он, конечно. Бомба прилетела. Было бы отлично.
Хотя... А не могу ли я сам ее взорвать? А, не суть. Подождите. Вещи. Обычный плод. Пятнистый плод. На время увеличивает сопротивляемость к яду. Это самый обычный безвкусный фрукт. Но в трудную минуту, когда речь идет о жизни и смерти, его свойства могут оказаться решающим. И что мне еще там дали, блядь? Я уже не помню. Янтарная трава немного восстанавливает заряд заклинаний. Сумеречная трава, вот, восстанавливает заряд заклинаний. Серая трава, которая прячется на каменистых склонах высоких гор, восстанавливает заряды заклинаний. Многие готовы рискнуть своей жизнью, чтобы добыть эти ценные травы. И в некоторых странах ее сбор даже пришлось запретить. Угу. Поняли. Тык-тык, а ну-ка. Понял? Я вас понял. А это мне заново сейчас нужно, чтобы его заспавнить, да? Смола. Но обратно, да, туда нет. А, рискнуть. Думаю, нахер надо. Но он хорош. А я такой еще. Я еще и урон получил. Когда мог даже его не получить. А, что так сложно. Тупой рыцарь. С этой стороны не открыть. Да, это и правда ты. Совсем не меняешься, да? Кто ты? Чем дольше я здесь нахожусь, тем больше безумия вижу. Воистину, скверное место, но не без следов было во величии. Что же могло привести к такому упадку? Ах, да, мне ведь до сих пор нужно поблагодарить тебя за твой юмор в тот день. Это тебе. Неплохо. Конечно же, я и понятия не имею, что это. Моя страна мира окружена врагами и постоянно находится в состоянии войны. В мире есть только один способ добиться успеха. Вступить в орден и... показать себя в бою. Моей семье не было ни денег, ни репутации. Мне пришлось всего добиваться самостоятельно. Не имея ничего, кроме меча и верности моего лорду. Меня с детства учили сражаться. Жизнь была трудна, но у меня никогда не было сомнений. На поле битвы мне всегда улыбалась удача, и моя известность быстро росла. А потом... Потом мой путь привел меня сюда, чтобы... Тебе доводилось слышать о нежити? Об этих несчастных душах, пораженных проклятием. Нежить постепенно теряет человечность, пока разум и вовсе не покидает ее. В итоге нежить становится полым и питается другими. Полый уже никогда не сможет стать человеком. Избежать такой участи можно только с помощью обитающих здесь душ. При том условии, что, конечно, что легенды не врут. И мне остается только надеяться на это.
А, я понял. Ты типа полунежить. Прости, что утомляю тебя разговорами о моей судьбе. В последнее время меня одолевает усталость. Могу подарить покой. Старинный ключ. Опа. Опа, что за ключик? Что за хуйня? Здесь происходит. Что за ключик? Старинный ключ. Очень старый ключ. Старый ключ, который, тем не менее, еще в хорошем состоянии. И должен работать. Вот только какой замок он открывает? Скорее всего, с другой стороны вот эту дверь. Хотя навряд ли. Я бы туда пошел, ну блин. Мне интересно подзажигать здесь факела. Так, большой осколок титанита. Хорошо. Подожди, той же вещи. Надо про осколки прочесть. Это... сюда. Кусок титанита используется для усиления снаряжения, усиливая снаряжение до 10-10. Так, титул нашли. Так, титанит нашли в древних залежах в недрах земли и назвали даром богов. Это один из кусков изначально глубы титана, чьи осколки разлетелись по всему миру. Говорят, что из куски титанита можно выковать оружие достойного бога. Бледный камень. Измененный волшебный титанит. Применится на оружие или щите, чтобы снять все... То есть я могу уничтожить эффекты на оружие. Хорошо. Большой осколок титанита. Титанит нашли в древних залежах, в недрах земли. Назвали даром богов. Осколок такого размера крайне мощный и чрезмерно редкий. А знаете, что меня интересует? Как все это дело поджигается? Ну, типа, у меня есть факел. Но я не могу им воспользоваться. Ну, по идее, только светильщиков я могу использовать, так? Открыть меню жестов, сброс камеры, бег, смена оружия, левоплава, воздействие, предметы, сильная атака. Идти, ходьба, прыжок, автобег. Наклон, наклон, наклон. Смена оружия, левый, правый, верхний. Атака, правая рука, сильная атака, правая. Атака, левая рука, сильная атака, левая рука. Использовать предмет, взаимодействие, взять правое оружие в обе руки. Постоянная защита. Открыть стартовое меню, escape. Открыть меню жестов, четверка. Так, подтвердить отмена, переключение меню влево-вправо. Сюда. Ну ладно. Окей. У меня туда, да, прилагать пойти. То, что за херня. А, то каменная статуя стоит. Опа. Опа. Оп. Не смешно.
мать, он страшный. Да, использовать. Уху, повыскакивали парни. Копейщики. Третьего тара нету. Зато у меня есть. Ну, слушайте, хотя бы не сбил меня защиту полностью. У меня чуть камера не улетела. Ну, камера, микрофон. Я использую просто... Как он называется? Веб-камеру. Для бесед и всего такого. Перчатки королевского мечника. Снаряжение, перчаточки. Выглядят неплохо. Такие перчатки носят королевские мечники. Благодаря своей форме они отлично защищают, не сковывают движение. Никаких украшений эти перчатки создают только для боя. Угу. Так, для войны с гигантским королем Эндрика было создано самое храбрым, понятно. Вес до хера. 64 это я уже, значит, минус нормальный перекат. А нет, слушайте, еще нормальный перекат. А что у меня были за наручи? Кожанки? Но они просто слишком громоздкие. Ну, фихиво, фихиво. 15, 42. Ну, пойди, да, у меня эти, блин. Но вес огромный. Это получается сколько? 3. Ну, 2,2. Ну, где так? Ну, типа, ну... Сопротивление огнем большое. Кровотечение побольше будет. Ядом слабый. 0 из 10, я не знаю, что это вообще такой показатель. Прочность тоже будет побольше. Ну, слушайте, от куличьего оружия довольно хорошо защищает. Ну, ладно, пускай не будут. Или давайте я вообще посмотрю, что у меня еще есть вообще снаряжение такого. Так, это все отдыхает. Пускай, окей, перчатки. А, все. Я понял. Пока я перекатываюсь нормально, значит все нормально. Запомни. Запомни. Запомнили. Запомнили. Ага. Угу. А то, что у меня 0 флях. Не, так подумал, ребят, наверное, сорян. Мне нужно убегать отсюда.
Сейчас взрыв будет. Халявные предметы. Мне бы меч вот этот заточить. Было бы идеально. Понимаете, херня в чем? Я могу флягу еще улучшить же. Надо об этом не забывать. Так, окей, двое здесь. Туманчик. Ага. Ну, типа, он бывает из двух убивает, но часто не из двух. Ребят, давайте без вот этого нападков ваших. А, нихера. Ладно, давайте на осторожничек. Так, самоцвет жизни. По-любому здесь будет тех, с кем я не хочу сражаться пока что. Но сюда можно будет прибежать. Конечно, сюда бежать. Что за звуки меня интересуют? Короче, примерно мы посмотрели эту локацию, ребят. В следующей серии, я думаю... Не, мне это нихера не нравятся звуки эти. Пиздец, как не нравится. Я сейчас пойду к костру. Мы придем... Придем заново сюда и попытаемся, чтобы нам стену эту сломали. Вы тоже видели какая-то черная сгуста чего-то? Я не хочу знать, что это было. Типа я отсюда. Бежал сюда, и здесь что-то начало
создаваться. Какая-то черная херь. Но ничего не произошло. Странно. Ладно, погнали, короче, к нам домой. Я повышу уровень. Прокачаем флягу. И. Даже не знаю. И попытаемся еще что-то сделать. На босса, навряд ли сегодня босс будет. Тебе удалось отыскать осколок? Дай взглянуть. Теперь я могу тебе помочь. Увидеть свет, вернуть надежду. Какой бы слабой она ни была. Так, во-первых. Раз. Докачаем силу. Я чуть жизни вкачал. Я не знаю, до скольки вообще там нужно вкачивать, чтобы я получал бонус. Так, окей, теперь у нас 5 зарядов. Ребят, ладно, заканчиваем на этом. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!